Всем привет! Грандиозные перемены в семье Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина заставили многочисленную аудиторию изрядно поволноваться. Певица публично заявила, что ее супруг на днях стал дедушкой. Социальные сети переполнены неожиданными заголовками, рассказывающими о внезапном пополнении в семье народных артистов. Поклонники думали, что каким-то образом смогли пропустить беременность Натальи Сенчуковой. Но нет, выяснилось, что дочь Виктора Рыбина стала мамой. Мария родила сынишку, имя которого пока не разглашается. Неожиданные слухи расползлись благодаря самой Сенчуковой. В личном блоге звезда опубликовала фотографию с весьма неоднозначной подписью. На свет появилась еще одна рыбка мужского пола, подчеркнула исполнительница. По словам народной артистки, вся семья невероятно счастлива, ведь рождение внука было долгожданным и волнительным. Наталья Сенчукова призналась, что врачи боялись осложнений, которые могли возникнуть из-за бушующей пандемии коронавируса. Роды Марии прошли отлично. Теперь новоиспеченная мама вместе со своим сыном чувствует себя отлично. Напомним, что Виктор Рыбин женился на Наталье в 1998 году. До этого он был женат на супруге Елене, родившей ему Марию. Пара рассталась еще до официального разрыва брачных уз, так как артист не желал оставлять дочку. Кроме Марии, у музыканта есть сын Василий, родившийся в браке Рыбина с Сенчуковой. Сейчас молодому человеку 21 год. Он планирует совсем скоро стать отцом. Звездный сын несколько лет подряд встречается со своей возлюбленной и строит крепкую семью. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!